Здравствуйте, с вами я, Дмитрий Верещагин, и мой канал Дмитрий Верещагин Донецк. Сегодня у нас 6 августа 2015 года. Вот уже 2 месяца, как я уехал из оккупированного Донецка и живу в Полтаве. Полтава – это мой родной город, я живу сейчас в доме своих родителей, бабушки, папы. Вот. За эти 2 месяца произошло много всего интересного. Об этом не сразу, постепенно. Сейчас хочу рассказать следующее. Я получил возможность снимать себя круглые сутки для того, чтобы сделать 90% доказательства того, что человек, который постепенно перешел на фруктоедение, может выжить, питаясь исключительно фруктами, чувствуя себя замечательно, и таким вот образом показать всем желающим, как изменить свою жизнь к лучшему. Каким образом это все будет происходить? Раньше у меня был жесткий внешний диск, но он был забитый определенным материалом, я его сейчас отредактировал и отправил на YouTube. Значит. Также я скачал с нета программу, которая может сжимать видео, там немножко потеря в качестве, но тем не менее с моим тормознутым интернетом это очень существенно. Поэтому я могу снимать за круглые сутки в течение определенного времени, не знаю, сколько это будет, по разным обстоятельствам я этого не могу знать, неделя, 2-3 месяца, год. Вот, значит, сейчас, начиная с лета, здесь в Полтаве у нас много вишен, шовковицы, действительно много, яблок. Вот, в начале лета был определенный эмоциональный сбой у меня, по разным причинам, я тоже объясню, я немножко сорвался. Вот, значит, мои объяснения рассказа будут абсолютно спонтанно происходить в любой части видео. Сейчас я, значит, измеряю себе давление. Вот, для того, чтобы выяснить, то есть, каково мое начальное состояние. Потом измеряю себе вес. Также хочу сказать, что по своему состоянию я уже чувствую, что есть не хочется с каждым разом все меньше и меньше, но поскольку яблоки у нас во дворе на яблоне сделаны, на лист, кроме меня их есть, никто не хочет, и пока я ем то, что есть. Но когда сезон яблочный закончится, там есть еще груша у нас поздняя. После груш я надеюсь пробовать перейти на прану. 21-дневный период перехода на прану под жасмухин. То есть жасмухин, по своему опыту пишет, что можно перейти на прану даже через 3 дня после того, как вы перестали там есть мясо, либо там потреблять спиртное. Но это очень маловероятно. Я так считаю. А другие пранаиды рекомендуют сначала перейти с съедения на вегетарианство, потом на веганство, потом на моносыроедение, фрукторианство, монофрукторианство и по истечении 6 месяцев, когда организм перестроится, когда каждый клеточка обновится на фруктоедение, можно будет уже перейти на жидкое питание с соками. Но с соками, конечно, проблема, у меня денег нет на соки. Таким образом, в сентябре-октябре будет уже больше, чем полгода сыроедения, фруктоедения. И мой организм, перестроившись, можно будет постепенно снижать порцию пищи, переходить на воду. Ну и затем 20-дневный переход, 7 дней без воды, без еды, 7 дней соки, разбавленные водой, и 7 дней, значит, соки. А потом уже смотреть
по своему весу. По идее, вес должен изначально сильно уменьшиться, примерно по килограмму в сутки. И в определенный момент, когда организм перестроится, вес должен остановиться. То есть я буду по-прежнему продолжать ничего не есть, но вес должен уменьшаться. Это будет первый признак того, что я перешел на 100% прану. И затем уже вес должен будет увеличиваться сам собой. Это, конечно, для понимания сложно, но тем не менее это объяснить можно. Это буду делать постепенно. Все это объяснение. Хочу только сказать, что ученые частично правы, ученые-медики, которые утверждают, что человек не может прожить без белков из животных, из животной пищи, пищи животного происхождения. Почему? Потому что в белках животного происхождения есть витамин В12, который незаменимый, ну, он действительно незаменимый, его никакой другой витамин сможет заменить, и аминокислоты. Но это только в том случае, если человек ничем другим, ну, большей частью не питается, как только пища животного происхождения. То B12 есть только действительно в белках животного происхождения. Так вот, для меня, я уже не питаюсь более чем 2 года пищи животного происхождения. Для меня этот белок легко поступает в организм, то есть он уже в организме находится. Там есть микрофлора, которая питается растительной пищей, и сама эта микрофлора является, так сказать, источником этого белка. Самого натурального, самого тот, который именно нужен для нашего организма. То есть сам организм его производит, и он же им употребляет. Это не является никаким открытием, об этом здесь и пишут, и все говорят. Кому интересно, по поводу микрофлоры можете прочитать, послушать. То же самое, это микрофлора и выделяет, значит, то же самое витамин B12, так называемые незаменимые аминокислоты и некоторые другие витамины. Поэтому я чувствую себя замечательно. Так вот, а сейчас я меряю себя давление. Это 7/65, 81. Но некоторые могут сказать, что давление у меня понижено. Я сейчас расскажу, что такое пониженное давление и какое давление считают нормой. Значит, утром было 106, сейчас 107. То есть давление мне, как бы, можно сказать, стабильно пониженное, некоторые так посчитают. Но я объясню, как измерялась норма давления. Значит, бралась группа людей, пульс 81. Так вот, бралась группа людей, измерялось их давление, и среднее арифметическое высчитывалось. Ну, естественно, эти люди питались абсолютно разной пищей, вели абсолютно разный образ жизни, соответственно, эмоциональная нагрузка была разная. Таким образом, высчитали 120/80 для мужчин, 110/70 для женщин, нормальное артериальное давление. Но идеальное наше питание, идеальное питание человека, это питание именно плодами. И поэтому нормальное давление должно быть вот такое, как у меня. 110/65, там 105/60, но в пределах. Вот, и теперь, значит, я измеряю свой вес. Подобную процедуру я буду проводить каждое утро. Это будет еще одним из доказательств того, что мой вес не повышается, но только в том случае, если я буду есть яблоки, именно после этого вес как-то и повысится немножко. Вот, ну, допустим, буду я это делать с
вешалась рано утром, чтобы было видно, что я ночью там ничего не видел. Значит, у меня в руках камера, я в рубашке и шортах. Мой вес 77,8. Так, это есть. Сейчас я выключаю свет. Фиксирую камеру. И чем я буду заниматься все это время? Ну, я люблю читать книги. Вот, скачал из интернета очень хорошую книгу. Это целый цикл из книг. О чем она и про что, и к чему она меня приведет. Естественно, все постепенно, не сразу. Поэтому сейчас я просто буду молча сидеть читать эту книгу. И мои последующие рассказы о том, как я провел эти 2 месяца, как я добрался до Полтавы, что случилось с бабушкой, почему я здесь остался, не вернулся, я буду рассказывать постепенно, абсолютно спонтанно, в любой части этого и последующих видео, в последующих днях. Вот, поэтому, кому интересно, смотрите. Я хочу сказать, что трачу свое время, свою жизнь для того, чтобы такие люди, как я, имели возможность просто пробудиться от этого сна, вот, и понять, что их жизнь может стать гораздо лучше, чем она сейчас есть. То есть, ну, нет никакой уверенности в том, что и здесь, ну, в ближайшие месяц-два-три начнется война. И так же самое люди могут оказаться без средств существования, как и я. Человек должен быть готов, что с ним рано или поздно что-то произойдет. Таким образом, я предлагаю альтернативу тому существующему порядку жизни, который у нас существует в плане питания. Пожалуй, для начала хватит. Без камеры 76,8.
Смотри, замахал.
Также в своих видео я расскажу о том, что я узнал от своего отца по поводу причин смерти моей матери. То есть смерть после операции, удачно, неудачно, это уже следствие. Изначальная причина совсем другая. Она появилась еще в ее молодости. Мои родственники знают эту причину, только я о ней ничего не знал. Мне об этом никто не говорил, только отец об этом сказал. Так вот. Я скажу об этой причине, но не все сразу. О причине, которая привела как следствие к смерти. Я это сделал для того, чтобы мне так хочется, или кому-то так надо. Для того, чтобы люди понимали, что подобные действия, которые совершила моя мать, вследствие определенных обстоятельств приводят именно к таким последствиям.
Так, ну что, пора позавтракать. В смысле, уже пообедать, без 10 2.
Леон Олейник очень хороший вкусный яблок. Есть один недостаток. Они мягкие, поэтому когда падают, они бьются. Приходится чистить. Обрезать больше, чем половина яблока.